Уважаемый Айбек Рысбекович, у меня вопрос относительно ваших заместителей. Каким образом вы их отбираете? Есть ли критерии для простых людей, которые хотят у вас работать? Почему нет конкурсов на эти вакансии? Ну, кроме заместителей, все должности у нас конкурсные должности, приходят через конкурс. Заместители мои, они работают четко по распределению, то есть у нас довольно сильная, я так считаю, и слаженная команда. Мой первый заместитель, он очень опытный технический работник, он возглавлял одну из таких крупных компаний, был главным инженером, там работал техническую часть. Зам по административным вопросам тоже очень опытный человек. И два моих коллеги, мои заместители, члены управления, они имеют международный опыт управления. Это новые, да, которые новые, в сентябре. Вот, в августе, в сентябре пришли. Один из них долгое время работал в мировой компании. По мировым стандартам это в компании Coca-Cola. Он является заместителем по развитию. И один из заместителей это по финансам, который тоже работал финансистом в таких довольно крупных международных компаниях. Причем они свободно владеют на английском языке тоже. А вот я знаю, что вот до, получается, прихода данных заместителей на Ценэнергохолдинг у вас не было зампредседателя по корпоративному развитию, да? Да, у нас просто функции были возложены на зама по административным вопросам. А, то есть он, получается, функции двоих заместителей, да, выполнял? Да. Спасибо. Ну, пока людей не могли найти. Спасибо.